Очень не люблю это слово. Вот. Понимаете, в чем дело? Во-первых, нету эмоций. Все замерли, вы слушаете меня внимательно. Их нет. Да? Ну, вот. Есть что-то, что мы с вами называем эмоциями. Смысл эмоций состоит в том, что она вас направляет, навигирует внутри этой картины мира. То есть вы себе увидели мир вокруг, вы его ощутили, услышали, почувствовали. Так, ощутили, ощущение слова. И оказывается, что перед вами стоит серый волк. Вот. И вы должны испытать эмоцию, которая будет символизировать для вас отношение к этому волку. И обычно у волка нас эволюционно учили, если к вам приходит волк, вы, пожалуйста, шуруйте отсюда. Ужас, да? Страх. И вот идея эмоций, она состоит в том, чтобы вы вот на том, что сделано вам ощущениями, вы, значит, среагировали. И эмоции на самом деле, почему это важно понять, люди испытывают тогда, когда не думают, что они испытывают эмоции. Я вам приведу пример. Вот вы выходите, и ветром хлопнула дверь. Вот это сделали. Именно это и была эмоция. Или вы идете по улице, и вдруг вам навстречу идет знакомый человек, которого вы давно не видели. И вы такие... Вот это была эмоция. Вот что такое эмоция. Это очень простая реакция, которая навигирует вас, дает вам ориентиры в рамках вот того мира, который дан вам в ощущениях. И здесь вы принимаете решение. Вы будете убегать, понимаете, нападать, защищать. Там, да. Наступили вам на ногу в метро. Вот это вот такое характерное появление эмоций. Вам наступают на ногу в метро, у вас ощущение, да? А потом у вас... И вот это вот, когда из... Вот это переходит, это из ощущения перешло в эмоцию. И дальше только третий уровень переживания или чувства.